Это вы, значит, с конем ходите. Для чего? Как? Настроение себе поднять. А если страшно людям будет на улице? А людям страшно? Вот, 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 спросите, вот, вот, вам страшно? Нам не страшно, господа, вообще не страшно. Конь мой лучший друг, можно сказать. Да? Конь ходит по улице. Это конь Юли. Юли, а чей конь Юли? Как чей? Мультик. Алёша Поповича. Сейчас начинается смена, и вы так и пойдете на работу на Азовсталь? Да, пойдем, будем работать на Азовсталь. Да. Не конь. У нас одна ваша диносила. При себе всегда. О, ну, в общем, конь тоже на Азовстале работает? Да. И когда вам на работу, как вы поедете туда? Ну, как мы поедем? Поскочим. Поскочим на работу. Это как, вы на него сядете и поедете? Да, вот сяду. Покажите. Нет. Ну, хорошего вам вечера, ребята.